Всем привет, Костоло. Здесь мы с вами продолжаем проходить House of Ashes. Давненько я его не проходил, потому что был очень сильно занят по работе, реакциями и не только. Сейчас посмотрим запись, чтобы все записывалось хорошо. Так, ну все, погнали. Запись идет. Продолжаем. Салим Бадра Мандали. Салим Осман, лейтенант сухопутных войск Ирака, упрямство, смелость. Еще один персонаж, который будет на нашей стороне через какое-то время. Идет с Калашниковым. Какие-то очень полиагональные тыковки. Спешу обратить внимание. Зейн? А я же вроде озвучку русскую включал. Почему он внезапно на английском заговорил? Ладно, окей. Да, посмотрим, что у нас здесь. Так, герб университета, комитет, что? Комитет. Одобрил ваше заявление о приеме в Хагийский университет. Тра-та-та-тра-та-та. Короче, все понятно. Так, здесь что? Ты добился того, чего ей еще никому не удавалось в этой семье. Я очень горжусь тобой, Зей. Покажи там класс. С любовью, папа. Почему он внезапно на английском стал заговариваться, это совершенно непонятно. Надо посмотреть сейчас в настройках, потому что я вроде бы озвучка должна быть нормальная. Но язык текста русский, это понятно, а этот, блин. А где он? Подожди. Управление, экран. Нет, подожди, а где он? Я вот забыл, где можно посмотреть-то эту озвучку-то. Не знаю. Я не знаю, почему в этот момент сказал, что начал говорить по-английски, либо он говорил по-иракски. Но он говорил по-иракски в этот момент. Может быть, нет, не знаю. Шайтан! Шайтана мана! Типа вот таким вот образом решили скрепить фотографию. Типа не было подходящей рамки в этот момент. Ну ладно, окей, допустим. Так, дверь пока мы открывать не будем. То есть он, скорее всего, говорит на иракском, а озвучка у меня русская, поэтому все нормально. Просто он почему-то как-то сказал по-английски там, вот, и я подумал, что у меня озвучка отключилась. Кажется, нет. Так, вот его спальня. Так, здесь ничего такого нету. Ну, здесь тоже. Так, здесь понятно все. Уже некоторые летсплееры уже прошли эту игру. Зейн? Я еще пока нет. Зейн? Наверное, убежал из дома. Может быть, нет, не знаю. Anyway. Так. Месопотамская мифология. Мифология древней Месопотамии. Доктор Шауки А. Аманат. И все. Окей. Допустим. Так. Кроваточка, кружечка. Так, почему ты повернулся? Осмотреть, ну-ка. Коробка, ну-ка. Так, достанем. Что в ней? О, Зейн, неужели опять? Да, он говорит на иракском. Он, скорее всего, говорит на иракском. Идиот! Алло! Добрый день, это Салим. Салим? Салим, ваш сосед. Отец Зейна. А, ну да. Вы вернулись? Да, вернулся. Зейн с вашим... Вашим сыном? Тариком. Да, Тариком. Они сейчас вместе? Да, вдвоем сели на автобус в город где-то час назад. Все в порядке? Я нашел краденые вещи, я принес ему подарок. Я хз даже, ну давай. Все отлично. У Зейна день рождения, я принес им подарок. Как мило. Когда вернуться, скажи ему сразу идти домой. Я не знаю, когда это будет. Знаете, как с мальчиками бывает? Неважно, когда. Просто отправьте его домой, пожалуйста. Конечно. А я вообще не понял, что это украденные вещи.
Я просто поднял коробку и все. Ну, нет, 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 блин! Сейчас! Капитан Барси, привет. Выдвигаемся. Немедленно. Дар. Не понимаю, о чем ты. Они идут, Салим. Захватчики летят сюда. Захватчики? Капитан, война окончена. Мы проиграли. Глупости, мы не признали поражение. Во имя Аллаха, это наша земля. Здесь мы дадим им опор. Мы их видим? Требуем подтверждения. Они идут, Салим. Мы должны собрать всех, кого можно на случай, если они приземлятся рядом. Ясно, я должен найти сына. Не могу, сэр, я должен найти сына. Это приказ, солдат, а не просьба. Это твой долг. Понял. Он же ведь может оказаться вот в этом эпицентре всей перестрелки, не только. Поэтому вот, я скоро вернусь. Я вообще не думал в этот момент про воровство. Хватит, да, это последний раз. Я реально вообще в этот момент не думал про воровство. Ни разу вообще. Почему все внезапно подумали про воровство? Ну хз. Во! Дочка. Очень херово здесь прогружаться текстурки. Принял. Спасибо, прием. Тогда до скорого. Всем позывным. Радиомолчание. Конец связи. Ой, протез. Я уже и забыл сказать, что у него протез. Меня просто не было несколько дней, поэтому... Чем твоя мамаша похожа на торнадо? Ну расскажи, сука. Засасывает насмерть. Неплохо, щенок. Не хватает. Ха! Твоя мама такая дыра, что в ней как-то потерялась команда спелеологов. Ха! Как в этом. Как в нуждиках. Хорош прикол. У меня таких красавцев целый батальон. Да, твоя мамка так и сказала. Может, хватит нести херню? Согласен. Но. Эй, есть только одно место, где баба может мной командовать, слышь? И это постель. А ты не охренел ли случаем? Ну-кась. Твоя мама пускает женщин к тебе в спальню? И что, совсем не ревнует? Блин, Рэйчел. Она милфа. Ей насрать. Сержант Кей, выходи на связь с контрольным пунктом АВАКС каждые 4 часа. Сержант Кей? Чувствуем себя так, словно мы в каком-то Call of Duty... Ну, Call of Duty, да, и как в этом, в Medal of Honor. Не подведешь? Ты в порядке, приятель? Обеспокоенности. Эй, ты как? Я в норме. Да это они комплексуют по поводу того, что я им отказал насчет авиаудара. Я не хочу зазря тратить ресурсы. Не, в чем дело? Любопытство, поддержка. Любопытство. Ну так расскажи. Помнишь, я говорил, что замутил с одной девчонкой на базе? Мом. Чёрт, Ники, ты из-за бабы? Из-за вот той, которой ты рядом сидишь с ней. Мразь которая. Она меня бесит. Да. Нет, все серьезно. Но... Нихера себе. Вообще. Только не сболтни лишнего рядом с полковником. А я его заставлю говорить правду. Да, точно, сэр. К тому же он наверняка знает. Семперфай! Семперфай? Это типа девиз бойскаутов? Девиз морпехов. Ага. Всегда верен. Понял. И что, это латынь? Типа я люблю латынь. У морпехов до хрена суеверий. Я люблю латынь. Какие, например? Ну, смотри. Например, нельзя оборачиваться, слезая с верхушки. Почему? Клянешь всю команду. Ой! Кажется, суеверие. Да-да-да. Ну, возможно. Но почему-то я в некоторые суеверия верю. Хуже не будет. Смотрим только вперед. Под моим управлением это маловероятно, что хуже не будет. Непременно отстрелят.
Потому что мы то же самое было в Man of Medan, в Little Hope. Мы прибыли сюда ради этой миссии, и видит Бог, мы преуспели. Аминь, брат. Если вы не погибнете Ура! Под моим управлением. Ура! Теперь сейчас все зависит только от меня. Сейчас еще самое главное, когда я буду управлять вот этим вот иракским солдатом, своих не подстрелить, главных героев. Они держались низко возле барды. Сейчас мы их видим. Не упусти их из виду. Капитан, вон там. И лишний раз, ребят, напомню, место действия иракская война. 2003 год, значит правда. Приземляются. Приготовьтесь, бойцы. Они что, на советских едут, что ли, грузовик? Джейсон, зона посадки. Так, я забыл, Джейсон, это кто? Это который в кепке? В синей кепке, нет? Это, по-моему, который в синей кепке. О, так, все. Я на готове. Я на готове, все. Эй, Джоуи! Мышка на мне, если чё. Call of Duty и Medal of Honor. Суеверие, но... Да суеверие это всё фигня. Здесь всё зависит от меня, а не от суеверий. Всё, погнали, пошли. Давайте. Я в Call of Duty играл, я в Medal of Honor играл. Надо потом переиграть во Warfighter. Потому что я его не до конца прошел. Американцы! Здесь американские солдаты! Обнаружили. Жду приказов. Так, разделимся. Разделимся. Разделимся, не стрелять. Действуем аккуратно. Разделимся, разделимся. Атакуем с двух сторон. Мы американские. Вооруженные силы США, что там? Руки за голову, мы не причиним вам вреда. Пока не стреляем. Держим их. Пошли. В Call of Duty. В миссии, когда штурмовали этот телестанцию. Звук будет порой, ребят, заедать, поэтому сорян. Чё, пока чисто. Все отлично. Объект захвачен. Сопротивления нет. А, все! Понял. Вели Мёрвину дать желтый сигнал в зоне высадки. Но это пока все. Сейчас на нас, скорее всего, нападут где-нибудь там с гор и так далее. Но пока выстрелов никаких нет. Это удивительно. Пока все живы. Это пока. Эти люди нам не враги. Они пастухи. Это понятно. Так отпусти их, чё. Лейтенант, докладывайте. Огонь не открывали, жертв нет. Ферма захвачена, занимаемся пленными. Пленными? Нашли вход в подземное хранилище? Никак нет. Если он и есть, то хорошо спрятан. Если есть? И как это понимать? Мы еще не провели полный обыск, сэр. Найдем его. Вы пошли на риск, обнаружив нашу позицию. Но риск оправдался. Все четко, без жертв. Да. Спасибо, сэр. Но оставшиеся иракцы теперь знают о нашем прибытии. Мой отряд. Ну и что? Да, мы готовы. Самое главное, не вызывать раньше времени авиаудар. Сюда теперь не хочу растрачивать зазря все это дело. Продолжать, капрал. Но ты уже задолбал, реально. Да, только не упирай на высшую математику. Идем. Ты мне достал реально. Значит, уже. Так, если кто-то хотя бы глянет косо, доложите мне. Так. Ясно, так точно. Не знаю, как вам, но мне кажется, что с этим местом что-то не так. Это что ли это? Хваленая женская интуиция? А знаешь, что она могла бы сказать о тебе? Ну-ка. Мы так и не узнаем. Ну ладно. Спокойно. Я тебя обыщу. И сейчас прикинь внезапно. Аллах Акбар! У кого-то бомба. Надо с них свитера снять. Ассаламу алейкум, брат. Я задам тебе несколько вопросов.
И ты должен ответить честно. Где вход в хранилище? Обещание, нетерпение. Сейчас заговорит. Хороший коп, плохой коп. Ну давай. Пока жди. Я сама. Тем не менее. Я спрошу еще один раз. Как попасть в хранилище? Это типа подсказка? Эти. Похоже на чучелка. Языческая. Ну. Ида. Что это означает? Скоро узнаете. Так. Любопытство. Ярость здесь ни к чему. Они же ведь не с бомбами. Сколько здесь вас? Что? А. Ой. Укололся. Больно. С меня хватит. Капрал, следи за пленными. Выполняй. Окей, допросить. Сейчас, подожди, сейчас давай я осмотрюсь. Может быть, что-нибудь еще такое интересное найду. Может быть, какое-нибудь предсказание найду внезапно. О чем я... Ну, я пока не могу допросить их, я могу только вот сейчас вот осмотреть помещение. Осмотреть все это дело. Скажи, где хранилище? Так. Давай посмотрим. Он был вооружен. Угу. В этой стране все вооружены. Не все. А если вооружены, то они защищают свой дом. Это очень серьезное оружие, брат. Слишком большое, чтобы отпугивать их, им шакалов от стада. Где вход в хранилище? Ах ты сучка. Так, понятно. Все. Отставить, лейтенант. Эти люди по-другому не понимают. Все под контролем. Есть еще пленные. Несмотря на то, что она мразь, все равно я защищать ее обязан. Я скоро вернусь. И мы поговорим. Присматривай за этим. Кто? Я или он? Не понимаю. Наверное, он. Но здесь Аллах Акбарить не будет, я уверен. Так, подсказание. Но это потом будет. Это потом будет. Это когда. Это когда мы зайдем вот в это хранилище и так далее, где вот мы встретим вот эту вот мистификацию всяческую. Так, давайте выйдем на улицу. Ну, давайте посмотрим. Осмотримся, узнаем, что да как. Побалпазарим. Я не верю в приметы, зубную фею или Санта-Клауса. Не, ну зубная фея, да. У Санта. Как можно? Ну все, ты похерил мне Рождество. Не! Да ладно тебе. Это всего лишь навсего мнение. Скептицизм, не более чем. Не, давайте посмотрим, может быть, что-нибудь еще найдем такое интересное. Самое интересное, почему-то в катсценах графика выглядит хуже, чем в геймплее. Ей-богу, вот посмотрите, в геймплее графика выглядит лучше. А в катсценах графика очень мыльная, я не понимаю, почему. Хрен. Что хрен вам? Что сказать, сержант? Посмотри. Что видишь? Нихера. Если оно тут, где следы? Не, это пустая трата времени. Этот его Целус облажался. У нас приказ, сержант. Продолжаем обыск. Да, сэр. Чё ты строишь из себя обиженку? Ты меня забодал, ей-богу. А, нам... А, можно. Я думал, нельзя зайти. Так, давайте посмотрим, что здесь может еще лежать. Так, корзина, давай посмотрим. Маска. Возьми. У нас тут противогазы. Бери, забирай. Один секрет. Респиратор. Надо бы забрать один такой. На случай, если вдруг чё не будет. Ну, на один секрет-то хорошо. Так.
Кто из вас Аллах Акбаровец? Я представляю правительство Соединенных Штатов Америки. У вас большие проблемы, поэтому очень важно, чтобы вы рассказали мне правду. Так. Я видел нож. Где вход в хранилище? Я у этого видел нож. Я этого видел с ножом. Ковер. Открывай. Отлично. Так. И... Давай. Никого. Это героин. Охрененная новость. Эти люди обычные бандиты. О чем только Эрик думал. Переверните здесь все вверх дном. Опа! Так, все. Я так и думал. Что они прячутся в горах. Бля, я ранен. Тихо. Многие на Твиче это осуждают. Я на Ютубе, и там меня осудят. Как и Куплинова. Землю, живо! То есть меня на Ютубе не осудят за это. Не заблокируют. Они на гребне! Открыть огонь! Давай! Поехали. Так, где? Не вижу! Так они хрен знают какие... Блядь. Так они маленькие очень, я что, их вижу что ли? Они мелкие слишком, я их не вижу ни хрена. Чуть концы не отдали. Эх, вот это адреналин. Рэйчел! Где ты? Рэйчел! Вот она. Эй! Назад! Одному! Атаку! 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 Я только в последний момент увидел, где они находятся. А так я не видел. Где наш главный герой? Я его не вижу. Забрать Джоуи. Рассредоточиться, открыть огонь, убить всех ублюдков до последнего. Да, тебя туда же. Готов. Фосфорные гранаты нам сейчас пригодились бы. Нет, нет, это не тот случай. Их дома, так? Это не тот случай. Приказ. Тут ничего не поделать. Это не тот случай. В смысле херня, это не тот случай. Мы этими гранатами только себя убьем. У меня почему-то мышка не сработала в какой-то момент. Прикройте меня и тащите Джоуи. Все, бегу. Чего? А, нажал. Где? Вижу. Попал. Отлично. Так, где этот? Очкарик, все, тащи его. Я прикрываю. Похоже, мне хана, Ник. Пиздишь. Тебя зацепило, но ты будешь жить. Тише, тише. Пустяки, царапина. Держись. Согласен. Пиздишь. В смысле? Зашибись. Пипец. И это только потому, что я не увидел в этих холмах одного солдата. В стороны, открыть огонь! Да блин, я его что, видел что ли? Он очень мелкий, я его не вижу ни хрена. Врубаем связь. Кто-нибудь доложите обстановку, прием. Прогбист, это Killjoy 2, мы под обстрелами падаем. Цели уже в зоне посадки. Ну и дерьмо. Ой, землетрясение. Тихо.
Поехали. Ложись на землю, или я продырявлю твою тупую башку. Не убивай его, не стреляй. Не-не-не. Пусть бежит, пусть бежит, пусть бежит, пусть бежит, пусть бежит. Бля, тут хоть кто-то меня понимает? Не, ну я хотел в последний момент в него выстрелить, просто не подумал, что он побежал своих предупредить. А это наш. А что за землетрясение внезапно? Тихо. Какого хера? Землетрясение. Рэйчел! Рэйчел! Твою мать! Вот сейчас мы окажемся в этих самых местах из начала игры. Какие-то солдаты, кстати, вон там вот стоят. Но, блин, очкарика потеряли. Ёкарный баба. Ну, все как обычно, что могу сказать. Ник песчаная пещера, глубина 52 фута. Блять. Мервин! Джейсон! Очкарика мы потеряли! Из-за моей кривожопости, ну все как обычно. Ну и ладно, поехали. Обыщите союзников. Выключить фонарик, направить луч света. Давай. Джейсон! А в смысле? А, мышкой? А, мышкой, я думал, ты средней кнопкой мыши. Я близко, я сейчас. Я не бегу. Так, а вот и первый вурдалак. Нет, не шутим, вурдалаки. Здесь есть вурдалаки. Да, кстати, как вы можете заметить, мелькает порой курсор мыши. Да, это имеется в виду снизу слева. Чё там? Кокон. Вурдалак! Вот он. Вурдалак. Один из них. Вампир, вурдалак, неважно. Ну-ка, если я выключу фонарик? Не, нахрен. Нахрен не будем выключать. Здесь можно. Блять, где мы? В хранилище Лары Крофт. Мы расхитители гробниц. Ну или почти. Опа, тихо. Так, вот Джейсон. Это я. Это я, спокойно. Ну ни хрена себе. Святая Божья Матерь, куда мы попали? А типа если бы я использовал белый фосфор, этот был жив бы, что ли, да, очкарик? Нужно подняться наверх, быстро найти остальных и вызвать подмогу. Никакого оружия тут нет, зато и ракцев как собак нерезанных. Есть такое. Ник? Сержант Кей, возьми себя в руки. Не зевать. Ничего, просто не ожидал внезапно под землю провалиться. Да уж.
Ты когда-нибудь видел? А у меня вообще игра записывает, мне интересно узнать, а то мало ли вдруг. То бывает так, что я сижу просто, а у меня игра не записывает. Не записывает, все, ладно, окей. Все, спокойно. Куда мы попали? Я историю прогуливал. Вы в Ираке. В 2003 году. И фонарик здесь не разряжается, что очень хорошо. Так, эта доска с этим спецказанием, что будет? Кто-то провалится еще глубже. Давай посмотрим. В тесноте. Показать видение. Не, не надо. Что у нас есть еще? Давай посмотрим. Восставшие. Без оружия. А это что такое? Не знаю, секреты. Какие-то интересные секреты. О, нифига себе. Физическое чучело с острой колючкой внутри. Старинный респиратор, покрытый черными пятнами. Ладно, окей. Картины. Ник. Ник. О, Эрик. Так, вон сколько. Романтика, защита, осторожность, отвага. Джейсон. Джейсон и Ник. Рэйчер заверила Ника, что расскажет Эрику об их отношениях, когда наступит подходящий момент. Ну-ка, Салим. Салим, ничего. Ладно, окей. Ты не чувствуешь? Что, Ник? Что именно? Не знаю, что-то. Да ни хрена. Ты уверен? Здесь есть вурдалаки. Здесь есть сраные эти. Вампиры. Не открывается. Помоги. Мне нужна помощь. Качалку пропускал? Да нет. А, в принципе, просто тяжелая. Это Мёрлин. Его повесили. Блять, я пытаюсь! Да ты перестань извиваться! Все плохо. Он истекает кровью, надо спустить его. Держись, мы рядом. Ник, подойди. Режь ее. Дело плохо, ему пиздец. Я вас, блядь, слышу! Ты справишься. Терпи. В рюкзаке морфий. Достань. Мы тебя накачаем, ладно? Давайте скорее! Мы сейчас. Смотри в оба. На что смотреть? Бля, кто собирал этот рюкзак? Здесь вурдалаки, девчуль. Опа! А вот один из них. Что это, блядь, было? Это вот он и есть. Клариса? Вот они. Двигай живо! Что с ним? Бегом! Давайте, 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 давайте. Что там, блядь, такое? Не знаю, выяснять не хочу. Да. Надо фонарь включить. Почему-то фонарик не включен. Что делать? Он истекает кровью. Чё это? Отлично! Чё там? Тебе прямо сказать или помягче? Прямо. Говори как есть. Врать не буду. На вид хреново. Из-за него эти твари спекутся сюда. Он не уймется. Смотри его, Морфи. Заткнись уже. Прекрати орать. Сука. Хотя я вкалывал, блин. Нажимал на эту правую кнопку мыши гребаную. Все отлично. Ты забодал орать. Вкалывай ему. Молодец. Все. Нам конец. Я сказал, держи себя в руках. Они нас убьют.
Ты его убьешь! Не ори! Не ори! Не ори! Тихо! Все! Все, спи! Морфий действует! Воу! Давай! Все, ладно. Что-то ни разу не прерываемся на рассказчика, ей-богу. Ну и наоборот хорошо, что не прерываемся. Так, а вот это вот иракский солдат, который. 55 футов. Который на нашей стороне. Лейтенант Салим Атман, все подразделения. Сообщите свое расположение. Прием. Где ты? Эта хреновина работает? Капитан? Да. Это ты? Я тебя не слышу. Повтори сообщение. Прием. Капитан? Шайтан. С калашом главное. Ну, с калашом-то, чувак, ты недалеко не уйдешь. Да. И, слышишь, я... Не знаю, в какой пещере... Пытаюсь найти выход. Прием. Твою мать. Пистолета нет. А у него фонарик есть, что ли? Я думал, у него нет фонарика. У меня ведь были планы на сегодня. Принять ванну, послушать радио. Отметить день рождения сына. Но нет, нет, надо было тебе заявиться. Американцы, близко ты сказал. Ну и где мы теперь? Что это за место вообще? Эй, тут кто-нибудь есть? Да никого тут нет. А, фонарик есть, все хорошо. Все, пойдем, ладно. Это военные тоннели. Ну да, так, там свет. Тихо. А так вообще держит калаш? За магазин? Тут кто-нибудь есть еще? Ответьте. Да, наверное, кто-то есть. Так, вон вижу что-то. Труп чей-то. Это вот этого, да, очкарика. Или нет? Нет, по-моему, не очкарик. Что за ужас ты увидел, друг мой? Ужас, который называется «Мы потеряли очкарика». Он вот отсюда упал. И все. Так, ну здесь ничего нет. Так, вон там что-то есть интересное, да, посмотрим. Опять предсказание, да, опять предсказание. Так, один водолаг будет тащить за ногу. Дневной свет. То есть они боятся дневного света. Это уже хоть что-то. Это уже хоть что-то, но хорошо. Что все они боятся дневного света. Спокойно пойдем вниз. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ёкарный бабай! Блин! Моя винтовка! А так бы упал бы и все. Прощай, персонаж. Блин. Винтовки нет, это хреново. А значит, нет и фонаря. Ладно, окей. Так, тихо. Надеюсь, меня тут не завалит. Ну-ка, давай посмотрим, что вон там находится. Там темно, но тем не менее. О, Жига! Меня кто-нибудь слышит? Прием. Жига хорош. Зажигалка, а чё бы нет? А чё бы нет? Хотя зажигалка это не фонарик. Тихо.
Кто есть здесь? Все, пойдем. Чего? Пошли. Что? Я нажал на Q. Или здесь Q не нужен? Алло. 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 Ну хотя бы теперь мы знаем, как звучит алло. Имеется в виду, от какого языка происходит алло. Зейну бы это понравилось. Кто здесь? Пистолет! Ой, ёб твою мать! Пистолет, бери! Закрыть! Храни меня, Аллах! Стреляй! Хер ли лежишь? Я сразу на две кнопки нажал, самое интересное, и на правую, и на... Чисто от паники. Стой на свету, дурак! Они света боятся. Для них солнечный свет — это враг. Все. Что ты за тварь? Что тебе от меня нужно? Хорош! Все, одну завалили. Вроде бы. Да. Аллах тебя сохранил в этот раз. Я капец, короче, паникую в этот момент, ё-моё. О, сон. Я просто пипец как запаниковал в этот момент, ё-моё. Мне просто волосы дыбом встали, я вообще капец. Все это рухнет нам на головы. Правда, сейчас как будет выбираться вот этот вот. Так. Ты как там? Цела? В порядке. Видел сержанта Кея, Колчика? Я видел их вместе. Пыталась. Что-то вызывает помехи. Так мы под землей. Конечно, это будет вызывать помехи. Это может быть выход. Не знаю. Ну? Я о тебе позабочусь. Только держись рядом. Я сама о себе позабочусь. Вот сука, а! Бесит она меня. Карабины, трос, оттяжка, цвет. Черт. Ладно. Ну, поярче нельзя свет сделать. Готово. Вперед. Пошли. Оружия у нас нет. Но у нас хоть пистолет был. У этого. Иракского солдата. Глубокая расщелина. Есть трос. Видишь? Тоже жига. Предлагаю лезть. С каких пор ты куришь? В смысле? Зажигал. Да нет. На базе взяла она все-таки. И вот этот всякий случился. Телефон потерял. Готов. Свой. А ты? Готов. Всегда готов. Поехали. Ой, давай спускаться.
Как-то не похоже это на хранилище оружия. Если тут ничего нет, то почему на нас напали? Идет война. На людей нападают. Но не на всех. А, у нас пистолеты есть. Хорош. Отлично. Все, ладно, тогда окей. Че? Иду. Ну вот, мы проводим время вместе. Мы всегда по-разному понимали эти слова. Ой, бесит она меня. Ты про чувство потерянности? А я не пойду за ней. Я хочу пойти другой дорогой. О, не зря пошел. Предсказание. Давай посмотрим. На самом деле я бы на такой посмотрел бы. Но попробуем постараться это как-то это избежать. При всей ненависти к ней. В какой-то момент может произойти недержание Троссела. Ну окей. Здесь свет. А здесь ничего. Ладно, пойдем туда. Здесь свет тоже нормальный, поэтому окей, пойдем. А чё молчим? Чё не говорим? Могли бы что-то досказать, нет? Или пофигу всем? Ну ладно, пофигу всем, так пофигу всем. Думал, что тогда расскажете. Вот здесь может сейчас оборваться трос, да, я так понимаю? И она может насадиться на этот, на штык. На кадык. Пол вроде прочный. Да, похоже. Но я не полезу туда. Или что ли ты хочешь, чтобы я туда лез? Ну ты даешь, ну ладно. Так жизни рисковать, ну ладно. Хм. Окей, без катсцен все обошлось. А я думал иначе. Неплохо справляешься со стрессом. Руины. Куча древних руин. Царя Соломона не только. Как думаешь, где мы? Не знаю. Религиозные приюты. Я думаю, это храм. Так. О, секрет найден. Пазузу. Не, Пазузу по-другому выглядит. Пазузу. Ужасы не смотришь. Изгоняющий дьявола, 73-й год. Знаешь ответ. Это шумерский демон. Вроде как ты связан с чумой. Чума и демоны, да? Класс. Ой, суеверный ты мой. Ой, суеверный ты мой, родной, а. Ой, дела. Этого не хватало. Спокойно. Спокойно. Тихо. Сдвинем. Чё? Уже застряла. Что, другой выход найдем? Давай другой выход найдем. Этот мы смотрели, этот тоже. Что мы еще здесь не видели? А спускаться будем, что ли? Блин, походу придется спускаться. Че, вот там платформа есть какая-то. Вроде бы можно спуститься оттуда, нет? Что там? Не слышала? Нет, ничего. Мне что-то послышалось. Я тоже ничего не слышал. Даже в руинах это место выглядит поразительно. Что тут произошло? Опа, тихо. Выстрел. Откуда звук? Это вот этот вот солдатик, который. Иракский солдатик. Идем. Это вот я стрелял, когда вот убегал от этого демона, еще дверь закрывал.
там глубоко. Не опасно? ХЗ. Выбора нет. Трос. Спускаемся. Давай. Теперь за Рэйчел играем, за мразь, окей. Господи. Здесь нет штыков, спускайся спокойно. Невероятно. Мы тут не первые. Черт. Видимо, Целус на это среагировал. Так. Мне жаль. Перевоспитаем ее. Ты вложил в него столько... Сделаем ту, которую я хочу видеть. Не вини себя. Ну ничего. Это мне урок. Вернусь и перепишу программу. Целус переродится. Ты не согласна? Не веришь мне? Надо смотреть вперед. И в первую очередь надо выбраться из этого места. Что это? Почва просела. После толчков... Похоже на вещи археологов. Кто-то изучал эти руины. Может, включим лампы? Необходимо, потому что эти твари боятся света. Как в Alan Wake. Он все еще работает? Это мы сейчас узнаем. Нет, не работает. О, да. Пинани! Может, заработает. Солярка, ну ладно. Не, пинани! Пинани, подожди! Ку. А, ку это... Надеюсь, ты цел. Что? Не расслышал. Так, ничего. Да, я тут как бы строю тебе рога. Кое с кем перетрахалась. Поэтому вот. Это детонатор. Что? Найден секрет, молоток. И чё? Динамит. Связка динамита с удаленным детонатором. Кто-то повредил заряды, которые археологи расположили вокруг храма. Окей. Видео? Да, причем здесь видео? Кстати, подожди, моральные принципы. Новая поддержка с воздуха. Так, Эрик отказался вызывать, но это понятно. Semper Fi, это что? Салим видел, как Джейсон пощадил пастуха. Салим решил не стрелять Джейсона. Ну, это понятно. Так это пастух был всего лишь, не террорист был. Я вообще сначала... Не, я сначала хотел в конце потом выстрелить. Я подумал, что он побежал на вышку. Типа своих предупредить. А оказалось, что нет, нифига. То есть я, получается, все это сделал не зря. Салим видел, как Джейсон пощадил. Угу, Салим решил не стрелять Джейсон. Ну, все. Пока смерть не разлучит нас. Рэйчел сказал Эрику, что их браку конец. А здесь что? Курум последним умер в катакомбах храма. А, то есть, могло бы все быть наоборот, что ли? Ладно, я понял. Ну ладно, я понял. Хорошо. Хорошо. Так, ну-с. О, пулемет. Максим. Эрик, посмотри-ка. Ну не Максим, я не знаю, как называется пулемет. Откуда здесь пулемет? Он времен Второй мировой. Тогда здесь и были археологи. Советские причем наверняка. Но Jesus Christ. Что здесь случилось? Пули. Надеюсь, мы его запустим. Ну вот. Ну да, вон оттуда монстры бегали. Всем позывным, это Кинг. Кто-нибудь слышит? Прием. С кем они могли драться? С монстрами, с вот этими вурдалаками. Которые вампиры. Кроме них больше никого нет. А прикиньте, если бы я бы подержал бы подольше, там бы он бы внезапно, это крокозябра-то и бы выпрыгнула.
Может быть, не знаю. Чан какой-то. Палатка вон там есть. Так, подожди, вот это что такое? О, записки опять. Да, почитаем. Проклятие Акада. Арлин Журнал. Ученые считают проклятие Акада выдумкой поучительной истории, призванной заставить шумеров стойко переносить голод, превратности судьбы и так далее. И тра-та-та-тра-та-та. Согласно сказанию, бог Энли. Энлиль общается против царя Акамана Рам-Сина. Поначалу царь кается и молит богов дать ему знак, но спустя 7 лет божественного молчания решает привлечь их к ответу. Он собирает армию и выдвигается в город Нипур, чтобы разграбить храм Эниля. Богохульство, тра-та-та, ну все понятно. Храм должен был задобрить богов. Не-не-не, подожди, там что было написано сзади? Нет никаких исторических свидетельств тому, что Нарам-Син разрушил храм Энлиля. Однако наши находки говорят о том, что проклятие имеет с собой реальную основу. Царь Нарам-Син построил это здание во славу богов. И, короче говоря, эти монстры это эти. Это, видимо, следствие проклятия какого-то. Я ничего не вижу. Насколько я понял. Это следствие какого-то проклятия. Каких-нибудь там зелий этих ведьминских. Эрик, помоги мне с канистрами. То есть это, скажем так... Ну, хоть с этим повезло. То есть эти вампиры, они... Ну... Не родились из каких-нибудь там коконов. Что? А, ты о протезе. Ногу я потерял на трассе. Хватит. Мне еще стыдно. Я много на тебя взвалил. Знаю. То есть просто были выбраны несколько людей, которые вот превратили их в вампиров, проще говоря. То есть, насколько я понял, это результат колдовства. Может быть, неправильно понял. Есть канал Life is Game, и там более подробно объясняется вот это вот все дело. Надо потом как-то реакцию сделать, чтобы понимать, что к чему. А там же было еще много каких-то других объектов-то, которые я мог-то обследовать. Почему мне не дают-то обследовать их? Что там? Трубка износилась. Изолента нужна. Клапан протекает. Это чинится? Перед запуском надо заклеить... Вот, давай я сбегу за изолентой. Там еще два объекта. Там еще два объекта я не обследовал. Все, давай, пойду обратно в палатку. Там в палатке есть еще две штуки чего-то интересного. Поэтому я пойду туда сначала. А, мысли мои читаешь. Да, я пойду туда. Вот здесь еще две штуки валяются, вот они. Это что? Записка. Читай. Итак, дневник Рэндальфа Ходжсона. Ходжсона. Господи, ну и фамилия, ёб твою мать. О. 24 сентября 1945 года. Когда леди Брэдшоу зовет, ты являешься. Мы с Мэри собирались в свадебное путешествие, но приглашение отобедать с одним из самых известных антикваров Британии было слишком заманчивым. На Брэдшоу была брошь, которая привлекла внимание Мэри. Шумерская реликвия, найденная на раскопках в Хашимитском королевстве Ирака. После обеда она показала нам еще одну находку оттуда же – золотую табличку с клинописью. По ее словам, это последний фрагмент карты гробницы Александра Македонского, поиском которой она посвятила всю жизнь. Если она права, гробница находится где-то на границе между Сирией и Ираком. Леди Брэдшоу хочет, чтобы мы возглавили экспедицию. Я только сейчас осознал, что наш медовый месяц пройдет на раскопках в горах Загрос. Неожиданно, короче, ребят. А почему нельзя было это все показать в остальных записках? Почему нельзя было вот так же точно показать все записки в игре? Почему я должен читать Кинг, всем в эти... Меня слышно? Прием! Вчитываться в диалоги и так далее. Вот, кстати, фотография. Это Саддам Хусейн? Не похож, ну ладно, окей.
Что с ними случилось? Найден секрет. Участники экспедиции... Да подожди! Экспедиция вот этого вот, Ходжетса. Ходсона. Ходсона, давайте мы его так назовем. Ходсона, потому что Ходжсона, блин. Не могу выговорить эту фамилию, ей-богу. Октябрь 46-й год. Ходсона. Мы его будем называть Ходсон, потому что я не могу произносить его фамилию Же. Мне очень трудно произносить его фамилию Же. Ходжсона. Господи, у меня уже начинает голова болеть от этой фамилии, ей-богу. Как только начинаю произносить его фамилию. Так, а вот сейчас будем опять читать ту хрень. Проклятие Акада. Alien Journal. Ученые считают проклятие Акада выдумка... А так это я читал. Это я читал. В порядке. Они не промах. О, Залента! Нашлась твоя любимая. Хорош. Я нашла скотч. Попробуем запустить генератор. Там еще была одна хрень вот здесь. Я хочу посмотреть, что там. Вот тут что-то есть еще. Динамит. Динамит. Это хорошо. Это нам пригодится. Но она, наверное, скорее всего, протухшая. Это, наверное, динамит протухший, поэтому... Смысл его сейчас использовать. Вот там еще один есть, я вижу. Че? Это прожектор? Боялись, что их обойдут с фланга. Как думаешь, куда он ведет? Не знаю. Проверим файлы целостности. Окей, так, подожди. Чего? Зачем им это? Эрик, оглядись. Что-то не так. Много чего интересного нашел, смотри-ка. При постом осмотре вот этих вот всех гробниц и не только. Мы реально расхитители гробниц, ё-моё. Ну прикольно, прикольно, что могу сказать. Давай. Не, давай. Заклеил. Готово? Готово. О чем думаешь? Ты была не права тогда. На базе. Это в чем это? Ты сказала, все по-прежнему. Но я изменился. Все то время, что мы были порознь, я думал о тебе. Ну а ты, Рэйчел? Хоть немного. Я тоже скучала. А как иначе? Я ее перевоспитаю. Мы столько пережили. Держи трубку. Все. Помоги мне с панелью. Давай. А, ну все. Только взгляни. Сдохли. Ну. Мы уже 100 лет вместе ничего не делали. Но кажется, это было вчера. Почему мы расстались? Ты не оставил мне особого выбора. Я был неправ. Мы же не думали, что так надолго исчезнем из жизни друг друга. Весь прошлый год я был так занят Целусом. Ничего не замечал. Твоя работа важнее, чем мы. Не думаю, что мы могли предугадать ее влияние. Рэйч. Ну, говори уже. Мне тебя не хватало. Очень сильно. Ты тоже говорил. Тогда...
Мы оба наломали дров, но сейчас все куда проще. Может, еще есть надежда? Должно сработать. Запускай. Давай. Найс. 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 Отлично. Ой, радио. А я его не видел, кстати, этого радио. Заработал. Раз эти люди сюда вошли, мы найдем выход. Посмотрим все. Так, ну и давайте пока что, ребят, на вот этой вот перестрелке мы с вами сегодня и закончим. Заодно посмотрим, что из себя представляет вон то радио. Если, конечно, нам дадут им поуправлять. На этом все.